Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие подписчики канала Зарина Фэшн. Меня зовут Вика, и я тренер Мэйлен Фэшн Джим. Я уверена, что хороший день начинается с любви к себе и своему телу. Именно поэтому я приглашаю каждого желающего уделить время себе и начать этот день вместе со мной с небольшой растяжки, с элементами йоги и пилатеса. Тебе понадобится удобная спортивная форма, коврик, немного свободного времени и пространства. Я предлагаю начинать. Итак, мы начинаем. Разворачиваемся на 4 точки опоры. Расправляем голень. Ставим ладонь под плечо, колено под таз. И со следующим разом, с выдохом, мы подкручиваем копчик вниз, опускаем голову. Со вдохом подтягиваем руками коврик к себе. Копчик крутим наверх. Снова выдох, округляем спину. Со вдохом прогибаемся, тянемся грудиной вперед. Еще раз выдох, вдох, выдох, вдох, выдох и вдох. С выдохом начните оттягивать таз назад, оставляя спину круглой. Опустите предплечье вниз, направив локти назад. И со вдохом проскользните грудной клеткой по полу. Снова с выдохом круглая спина, уводим таз назад на пятки. Опускаем локти вниз на пол. Прогибаясь в грудной клетке, вырастаем наверх. И у нас получается небольшая волна. Работаем с позвоночником. И разогреваем также наши суставы. Останьтесь наверху, вытяните руки вперед перед собой. Разверните ладони друг на друга. И начните вытягиваться за руками, за макушкой вперед, чувствуя приятное вытяжение по задней линии спины. Соберите руки в положении молитвы. Поднимите ладони наверх. И продолжайте вытягиваться через локти вперед. Аккуратно опустите руки вниз. Подойдите ладонями ближе к себе. Подкрутите пальцы ног. Сделайте вдох с выдохом. Толкните таз наверх. Выйдите в форму перевернутого треугольника. И здесь посмещаетесь в правую левую стопу. Возгибайте правое и левое колено. Чувствуя приятное вытяжение по задней линии ног. И еще 4, 3, 2, 1. Снова подкрутите копчик наверх, руками активно толкайте себя от пола, выкручивая плечо наружу. Сделайте вдох с выдохом, начиная переносить весь тело в руки, округлите спину и выполните волну вперед. Со вдохом, прогибаясь в грудной клетке, руками начните выталкивать себя снова наверх. Выдох, волна, круглая грудная клетка. Вдох, прогиб. Выдох, вдох, и последний раз, выдох, вдох, начинаем подшагивать руками, ногами ближе к рукам, и теперь с круглой спиной вырастаем наверх, расправляя позвонок за позвонком. Наверху мы делаем вдох, поднимаем руки над головой. Опускаем корпус сначала до параллели с полом, вытягиваемся через кости таза назад, за руками макушкой вперед. Еще один глубокий вдох и с выдохом опускаемся уже вниз, округляя спину, обхватив себя за локти. Повисите немного внизу, покачайтесь со стороны в сторону, повытягивайте себя из правого, из левого бока, полностью расслабив шею, дав возможность позвоночнику вытягиваться под весом собственного тела. Зафиксировав корпус на середине, снова опустив руки вниз, мы сначала выполняем перекат таза на бедренных костях, возвращаем тазу в нейтральное положение, и только затем позвонок за позвонком вырастаем в вертикаль. Расправили плечи, подняли голову, сделали вдох. Собрали руки наверху, плечи опустили вниз, добавили небольшой прогиб для того, чтобы почувствовать вытяжение по всей передней линии корпуса. Снова центр, вдох, с выдохом. Вытягиваем себя за правую кисть влево,
оставляя бедра на месте, удлиняем правый бок, центр, выдох, наклон корпуса вправо, снова центр, уводим руки назад, закрепляем их в замок, опускаем ровную спину, поднимаем замок из рук как можно выше над головой, за руками тянемся наверх и стремимся опустить руки как можно дальше за голову. Держим 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратно расцепляем замок из рук, опускаем руки вниз на пол, сгибаем левую ногу в колени, разворачиваем левое плечо наверх и затем меняем. Грудную клетку сначала к правому колену направляем, затем к левому, вытягиваясь за рукой в потолок. Опускаем руки вниз, шаг левой ногой назад, шаг правой ногой назад, опустили колени, опускаем медленно бедро, грудную клетку и со вдохом снова вырастаем наверх. И выходим наверх на прямые руки, вытягиваясь за макушкой вперед. Если возникает какой-то дискомфорт в поясничном отделе, не выходите сразу же так высоко. Поставьте руки на предплечье перед собой и все то же самое выполняйте на согнутых руках. А мы держим 5, 4, лопатки вниз от ушей, 3, 2, 1. Стопы подкручиваем, поднимаем таз наверх. Правой ногой выполняем шаг вперед. Положение выпада. И правая пятка у нас оказывается над коленом. За левой стопой мы тянемся назад. Со вдохом поднимаем руки наверх. Собираем ладони вместе, мизинцы вместе. И уходим в небольшой прогиб. Держим 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем колено, носок левой ноги вниз. За руками шагаем вперед. Вытягиваем спину, опускаем голову и удерживаем статику. Дышим вниз живота, стараясь с каждым глубоким выдохом погрузиться тазом чуточку ниже. Руками аккуратно подходим ближе к себе. Правую ногу подгибаем под себя. Расставляем руки шире ширины коврика. Направляя две подвздошные кости вниз, мы начинаем сначала прогибаться в грудном отделе, опускаться вниз, с выдохом круглой спиной толкаем себя наверх. Вдох, выдох, еще раз вдох, выдох, последний раз вдох, выдох, опускаем вниз грудную клетку. Руки складываем перед собой и лоб кладем к себе на ладони. Вытягиваем ягодицы с правой стороны. Левое колено мы сгибаем и левой рукой хватаем себя за стопу. Подключаем утяжение передней поверхности левого бедра. Стремимся пятку опустить как можно глубже. Держим еще 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем плавно ногу вниз. Возвращаем правую ногу обратно, левой ногой выполняем шаг вперед. Снова положение выпада. Левая нога оказывается впереди. Правую ногу мы отрываем коленом от пола. Со вдохом приподнимаем грудной отдел. Ладони собираем вместе и добавляем небольшой прогиб в грудном отделе. Аккуратно через стороны опускаем руки вниз. Опускаем колено, носок правой ноги также на пол. За руками шагаем вперед, округляем спину. Приподнимаясь наверх, подгибаем левую стопу под себя. Расставляем руки широко. И начинаем выполнять волну грудным отделом. С выдохом выталкивая себя наверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И последний раз вдох.
выдох наверх. Опустили грудную клетку вниз, сложили руки по середине перед собой, опустили лоб на предплечье. Правую ногу согнули в коленном суставе, захватили себя ладонью. И теперь правой пяткой тянемся вниз. Опускаем правую ногу аккуратно на пол. Руками отталкиваем себя от пола. И переносим ногу вперед. Левое колено направьте в сторону, вытяните из-под себя две ягодицы. И потянитесь макушкой наверх. Мы раскрываем руки в параллель с полом. Представляю, что руками мы расталкиваем две стены. С этим ощущением мы начинаем погружаться к правой ноге. С выдохом. Снова выдох, руками толкаем стены в разные стороны, вдох наверх. Еще 6, выдох, вдох наверх, а через пятку правой ноги мы тянемся вперед. Еще 4, выдох, вдох наверх. Еще 3, ровная спина. Еще 2, 1. И со следующим разом, с выдохом, мы уже округляем спину, захватываем себя за стопу и держим статику на 8 счетов. Держим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поднимаем корпус наверх, левой стопой перешагиваем через правое бедро, левая рука в опоре, противоположное плечо заводим за бедро, и мы рукой как будто отталкиваем от себя колено в сторону, направляя взгляд назад за рукой, все время вытягиваясь за подзатылочными буграми наверх. Держим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Снова разворачиваемся в центр, левую ногу подгибаем под себя, рукой берем стопу снаружи, правая рука у нас в опоре. Вытянувшись за макушкой наверх, мы с выдохом начинаем выпрямлять ногу, разгибая ее в колени. Снова выдох, выпрямили правую ногу. Еще 2 раза. Выдох, ровная спина. Последний раз. И статика также на 8 счетов. Держим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Согнули ногу. И переходим на другую сторону. Левую ногу выпрямляем в колени перед собой. Правое колено разворачиваем в сторону. Вытягиваемся через левую пятку. Раскрываем руки по сторонам. Представляем, как будто мы снова расталкиваем стены. С этим ощущением, с ровной спиной мы погружаемся вниз. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, сильные активные руки, выдох, вдох, выдох, вдох, еще 4, выдох, еще 3, выдох, плечи вниз, руки сильные, 2, 1. Со следующим разом опускаем грудную клетку вниз, обхватываем себя за стопу, округляем спину, держим статику 8, круглая спина, лопатки широкие, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поднимаем корпус наверх, правой ногой переступаем через левое бедро, противоположное плечо заводим за колено и уходим в упор. На правую руку, голова за рукой. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Разворачиваемся в центр. Колено правой ноги направляем вперед, себя обхватываем за левую стопу. Левая рука также сзади в опоре. Наклон корпуса примерно 45 градусов. С выдохом вытягиваем левое колено. Вдох, согнули. Еще раз выдох, вдох. 1. И статика также. Держим 8 счетов. Держим 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаемся вниз. Перекатом. Раскрываем руки до угла 45 градусов. Направляем колени наверх в потолок. Голень у нас параллель с полом. С выдохом мы раскрываем колени в разные стороны и чувствуем, как у нас начинает вытягиваться внутренняя поверхность бедра. Со вдохом собираем ноги обратно. Снова выдох, ноги раскрываем в стороны. Вдох, собираем обратно. И еще два раза. Выдох в стороны. Вдох, обратно. Выдох. Раскрыли ноги. Собрали ноги наверху. И мы добавим вытяжение коленного сустава. Мы раскрываем ноги по сторонам. С выдохом натягиваем стопы на себя. Раскрываем колено. И собираем ноги вместе. И здесь положите руки на внутреннюю поверхность бедра. Выдох. Опускаем бедро вниз. Выпрямляем колено, стопы на себя. Добавляя вытяжение. Сгибаем колени. Собираем ноги на весу. Еще два раза. Выдох. Выпрямили колени. И последний раз. Остались в статике. Держим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Согнули колени. Правое колено перекинули через левое бедро. Нижнюю стопу забрали правой рукой. Развернули голову в противоположную сторону от верхней ноги. Направили левую лопатку в пол и скрутились в грудно-поясничном отделе. Нижним коленом мы вытягиваемся вперед, чувствуя приятное вытяжение по передней поверхности левого бедра. Правое колено у нас остается на весу, и мы с правой стороны вытягиваем ягодицу. Держим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратно расплетаемся и меняем стороны. Левую ногу, согнутую в колени, мы перекидываем через правую. Нижнюю ногу, правую, согнули в колени и захватили себя за стопу левой рукой. Развернули голову в противоположную сторону. Удерживаем скрутку, держим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Разворачиваемся в центр. Перекатом поднимаемся наверх и разворачиваемся вперед, расправив ноги в разные стороны. Правую руку вытягиваем вперед, опускаем плечи вниз от ушей, большой палец направляем в сторону, 4 пальца тянем на себя. Вытяжение передней части правой руки. Сгибаем правый локоть. И уводим руку назад за затылок. Вытяжение трицепса, задняя поверхность правой руки. Держим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Левый локоть наверх. Вытягиваем трицепс с левой стороны, задняя поверхность левой руки. Еще 4, 3, 2, 1. Берем себя за пальцы левой руки, натягиваем пальцы на себя. Большой палец разворачиваем в сторону, плечи опускаем вниз от ушей. Хорошо. Руки заводим назад за спину, сцепляем их в замок. И с выдохом опускаем грудную клетку вниз, поднимаем руки наверх над головой, тянемся связкой из рук наверх и плечо перекидываем вперед. 5, 4, еще 3, еще 2, 1. Поднимаемся круглой спиной наверх. Собираем стопы вместе. Поднимаем таз наверх в потолок. Здесь со вдохом выглядываем вперед, уводим плечи назад. С выдохом обхватываем себя за щиколотки, округляем спину. Снова со вдохом вперед вытягиваем спину. С выдохом круглая спина. И еще раз вдох,
посмотрели вперед, выдох, округлились, медленно вырастай наверх, наверху расправляй плечи, поднимай голову и разворачивай ноги чуть шире ширины плеч. Здесь мы свернем стопы вовнутрь. Сделаем вдох, поднимем руки над головой с выдохом, уведем таз назад, потянемся назад за седалищными буграми, за руками и макушкой вперед. Держим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. С выдохом опускаемся вниз и обхватываем себя за щиколотки, направляя локти в разные стороны, освобождая полностью от зажимов шею. Держим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем руки вниз, расставляем ноги теперь еще чуточку шире. И теперь носки разворачиваем наружу. Руками прошагиваем чуть дальше от себя. Положение будет схожее с собакой мордой вниз, либо с формой перевернутого треугольника, только ноги у нас расставлены немного шире. Мы также руками толкаем себя стопы, подкручивая копчик наверх в потолок, выпрямляя спину. Возвращаемся руками в центр. Правая ладонь взлетает наверх, вдох. Уводим правое плечо за поясницу. Сделаем вдох с выдохом. Подтягиваем корпус к правому бедру. Стремимся животом к бедру, подбородком, голени. Правую руку опускаем вниз. Теперь левая ладонь приподнимается наверх. Уводим руку за поясницу. Делаем вдох с выдохом. Правой рукой хватаем себя за левую щиколотку. Животом тянемся к левому бедру, подбородком, голени. Опускаем левую руку вниз. Ноги собираем снова до ширины плеч. Расставляя стопы правую и левую сторону, мы начинаем сгибать колено, вдох, ровная спина, выдох, таз наверх, снова вдох, колено согнули, выдох, таз наверх, со вдохом остались внизу, правую руку раскрыли в сторону, левой рукой подтянулись наверх, скрутились, держим 5, 4, 3, 2, 1. И если вы идете дальше, вы можете попробовать захватить себя сзади в замок, обхватив себя за бедро, продев руку за голень, сзади захватили себя за ладошку, направили плечо, направили взгляд в потолок. Медленно расплетаемся левой рукой, отталкиваем левое колено в сторону, правую руку поднимаем наверх, взгляд в потолок, и мы правое плечо раскрываем, дав возможность грудной клетки еще чуть больше расшириться. Если вы идете дальше, правую руку мы сгибаем, обхватывая левое колено, продолжая доворачивать плечи наверх в потолок, удерживаем положение, держим 5, 4, 3, 2, 1, расплетаемся, собираем стопы вместе, круглой спиной вырастаем наверх. Наверху раскрываем область грудной клетки, поднимаем голову, делаем вдох. Плавно выдох. Со следующим разом, со вдохом потянем себя влево. Центр, выдох. Вдох, потянем себя вправо. Центр, выдох. Опускаем руки через сторону вниз. Три круга плечами назад. Три, два, один. Расправляем область грудной клетки, тянемся макушкой наверх в потолок, улыбаемся себе, благодарим свое тело за работу, а я вам говорю, до новых встреч, пока-пока.